العصر الأول من الأصول الستة إخلاص الدين لله. Первая основа из этих шести основ – искренность, искреннее исповедание религии. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه فقط سبحانه وتعالى لا نعبد إلا الله. Аллах Субханаху ва Тааля создал все творения для того, чтобы мы поклонялись только Ему Единому, никому помимо Него. نعم. ضد هذا الشرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. Напротив этого стоит ширк, многобожие, поклонение кому-либо кроме Аллаха. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Видов же единобожия три: это единобожие в господстве, единобожие в божественности, единобожие в именах и атрибутах. نعم. والشرك كذلك. عندنا شرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. И точно так же многобожие. Оно бывает многобожие в господстве, в божественности, в именах и атрибутах Аллаха. إذن أصل الأصول الستة وأهم الأصول الستة هذا إخلاص الدين لله لابد أن تبتغي بكل أعمالك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. Поэтому основа этой книги и самая важная основа из этих шести основ – это искренность перед Аллахом. То, что ты любым своим деянием должен желать того, что у Всевышнего Аллаха Субхану. Туджахид нафсак аля л-ихлас. Та'мал лилля, тусалли лилля, тасум лилля, татасаддак лилля. Нам. Ты должен всеми делами стремиться того, что у Аллаха все делать. Намаз Аллаху, закят Аллаху, поститься Аллаху, садака Аллаху. Стараться должен это проявить. Нам. من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لا الافتراق. نعم. Из тех вещей, которые пророк, с которыми пророк صلى الله عليه وسلم был к нам послан, это объединение, единство, а не раскол и разногласия. لكن لابد نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. Однако это единство должно быть на том, на чем объединился пророк صلى الله عليه وسلم и сподвижники. نجتمع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى. Во-первых, объединяемся на поклонении единому Аллаху. На этом сходимся. نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام. В следовании пророку صلى الله عليه وسلم. شريعة واحدة. Шариат у нас один, законоположный. قبلة واحدة. Кыбла одна. أمة واحدة. Мы единая община. لابد أننا نجتمع في كل يوم خمس مرات للصلوات المفروضة الخمس. Обязательно также мы должны ежедневно по пять раз объединяться для того, чтобы совершить намаз, мечеть. نجتمع في كل أسبوع في الجمعة. Мы объединяемся. هذه المدينة تجتمع. Нам объединяемся в каком-то городе на пятничных намазах раз в неделю, опять же единство. يجتمع كل المدينة في عيد الأضحى عيد الفطر. Также весь город собирается, опять же, объединяется на праздник Адха и праздник Айд-уль-Фитр. نعم. يجتمع كل الأقاليم في عرفة. А вся земля, то есть до этого шейх говорил, люди, местность, потом города, а вся земля, говорит, собираются где? В день Арафа. لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. И нет разницы между арабом и не арабом, кроме как в богобоязненности. أيضا لابد نفرق بين العلماء علماء السنة والعلماء المخالفين للسنة. نعم. السمع والطاعة. نعم ما في مشكلة. И нету говорит шейх следующее говорит что علماء السنة والعلماء المتشبهين بهم ليسوا من السنة. Мы должны знать что есть разница между учеными сунны и учеными которые пытаются быть как ученые сунны. Но они не являются учеными. كيف نعرف? Как мы это узнаем? نعرف بالعمل. По деяниям. بأنه يكون عنده تقوى وصلاح. Потому что ученых сунны есть. عبادة. Праведность, поклонение, богобоязненность присутствует в нем. يذكر في كلام الأدلة من القرآن والسنة. Когда он разговаривает, он упоминает доводы из Корана, сунны пророка Саллаллаху. Это становится ясным для нас по его следованию сунне пророка Саллаллаху, а не по его проявлению каких-то новшеств. И мы не можем брать, принимать знания от какого-то ученого, кроме того, за которого засвидетельствовали ученые. أيضا من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في غير معصية الله نطيع العلماء والأمراء في غير معصية الله سبحانه وتعالى. Также из тех вещей, с которыми был послан пророк صلى الله عليه وسلم, которому обучил нас, это подчинение, послушание
правителям в том, что не противоречит шариату, правителям и ученым. نعم. وغير هذا العصيان والخروج على الحكام والمظاهرات. نعم. А противоречит этому ослушание правителей или ученых, или же выход против них, или демонстрации, пикеты, митинги и так далее. نعم. أيضا لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Также мы должны знать разницу между угодниками Аллаха и угодниками шайтана. نعم. من هم أولياء الله؟ Кто считается угодником приближенным Аллаха? هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. Это те, которые собрали все два качества: вера и богобоязненность. نعم. يوجد عندنا إنسان موجود ينام بين القبور. Допустим, есть у нас какой-то человек, спит между могилами. يشرب خمور. Пьет спиртное. يسرق. Ворует. لا يتطهر من البول والغائط. Не подмывается после справления нужд. لا يستر العورة. Не закрывает аурат. لا يصلي. Не молится. هذا ولي. Можем ли мы сказать, что это человек приближенный угодник Аллаха? ولي لا نشك في ولاية. А, он говорит, это угодник Аллаха. Прошу прощения, это ولي, это приближенный. Нету сомнений, что он приближенный. لكن من أولياء الشيطان. Однако из приближенных кому? Приближен шайтан. نعم. إذا لابد كما تفرق بين السماء والأرض لابد تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Вот точно так же, как ты можешь разделить между сделать разницу между небесами и землей, ты также должен знать разницу между угодниками милостивого и угодниками шайтана. كذلك لابد تفرق بين علماء السنة العاملين بها والعلماء المخالفين للسنة. Точно так же ты должен знать разницу между учеными сунны, которые делают деяния в соответствии с этой сунной, и тем, кто противоречит этому. القرآن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن. Коран Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля повелел нам размышлять над ним. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا القرآن بالسنة. Пророк صلى الله عليه وسلم разъяснил этот Коран своей сунной. فيمكن للإنسان أن يجتهد وينظر في نصوص الكتاب والسنة أفهمها. Поэтому человек может проявить какие-то старания, смотреть в Коран и Сунну и понять, способен он на это. وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة. И двери иджтихада открыты, до судного дня открыты, потому что некоторые заявляют, что закрыты. وبعض الناس يقول لا, لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة. Некоторые говорят, нет, понять Коран и Сунну невозможно. نعم, هذا الكلام باطل. Эти слова несостоятельны, лживы. إذن هذه باختصار الأصول الستة. Это вкратце то, что представляют из себя вот эти шесть основ, то, что было сейчас упомянуто. Аль-ихлас ضد الشرك. Искренность, которая противоречит ширку многобожию. Аль-иштима ضد افتراق. Объединение, единство, которое противоречит разногласию, раздору. Ат-таа ضد المعصية. Послушание, والخروج. Послушание, которому противоречит ослушание и выход против правителя. أولياء الرحمن وضدهم أولياء الشيطان. Разница между угодниками милостивого и угодниками шайтана. وعلماء السنة وال مخالفين لهم. Разница между учеными сунны и тем, кто им противоречит. وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة. И должны понять, что двери иджтихада, они открыты до судного дня. والله أعلم. Аллаху ведомо лучше.